Давайте попробуем сейчас забивать шайбы. Финты мы изучили. Нам необходимо изучить выходы в ноль, девятки и разнообразные голы, которые переломят ход встречи. Давайте попробуем девятку на правом фланге с левым хватом. Мы двигаемся к кругу брасывания, потом ближе к усам, смещается вратарь и бросаем девятку, которая идет выше. Но без этого никуда. Это и есть тренировка. Мы должны ее точить, чтобы потом в игре она помогла нам забить шайбу в очень важном моменте. Давайте это закрепим. Именно закрепим в повторе, чтобы вы могли увидеть, в каком месте она забивается, чтобы вам было легче это сделать. Наблюдайте за игроком. Клюшку отводит, смещается и бросок. Смотрите, едем к кругу брасывания, предположим. Если у вас вы с правым флангом, у вас все свободно, вы смещаетесь к усам и одновременно, видите, ваш вратарь двигается и совершаете бросок. Я думаю, тут все понятно. Смотрите на стики. Также можно же забить и вот тут бортика. Если где-то вас тут закрыли, защитник закрыл, вы кнулись бортиком и кинули в ближний угол. И забиваете. Ну, давайте сейчас попробуем выход в 1-0. Мы используем бэкхенд. Смотрите, за курками движение игрока и клюшки идет вместе. Право, лево и вверх. Даже перекладина у нас участвует в этом. Можете наоборот. Больше вот так обмануть, как бы. Потому что когда мы катимся в зону, мы можем это делать спокойно. Если нам сзади никто не мешает, мы можем спокойно широко это сделать, чтобы когда игрок переключится на вратаря, он не знал, что мы сделаем. Широко, спокойно и завершающе. Давайте попробуем с левого фланга, левый хват. Тоже потренируйтесь и обманом. Вот тут у нас плохо геймпад сработал. И забиваем. Ну, теперь еще есть такой момент, как с бэкхенда забить. Да, тут немножко переиграл нас вратарь. Давайте дальше. Какие еще есть моменты? Это у нас из-за ворот. Очень часто встречается у нас так, что мы не можем сами забить с бэкхенда. Следите за стиками. Давайте повторим это в повторе. Когда подъезжаем к вратарю, ну это просто момент такой, что в этой ситуации, так может быть это за воротами быть, ну просто показываем, как это делать, может быть поможет вам. Мы берем, что когда у нас левый стик будет против часовой стрелки вокруг вратаря, вокруг ворот, если мы правый стик ведем на 3 часа,
И как бы одновременно ведем мы вместе с клюшкой. И потом проходим и бросок вверх делаем. И можно также с прямого хвата забить это делать. То же самое. Получается, мы на 9 часов по часовой стрелке все катимся, просто держим. И когда нам мы прокатываемся, мы должны просто взять и бросить. Или можем помочь себе еще R2. Он как бы получается еще подбрасывает за вратарем. Смотрите на стики. Левым катимся. Зажимаем правой. И можно еще использовать кнопку X. Смотрите как. Получается, мы, когда идем за воротами, мы нажимаем X уже, когда мы проезжаем. Получается, когда мы едем шайбы, вот здесь мы едем, и когда уже заходим почти к этой красной полосе, мы нажимаем X, он чуть-чуть продвигается, и закругляем правый стик. Я думаю, посмотрите на комбинацию кнопок. X, и он как бы чуть-чуть проходит шайбой. Ну что, из-за ворот мы научились. А также можно забить просто простой гол с бэкхенда. Смотрите. Посмотрите за стиками. Мало, вот здесь мы находимся, катаемся, крутимся. Еще раз повторили. Вот так. Оказывается, все нормально. Тут вратарь помешал. Давайте еще раз повторим, закрепим. Если мы находимся в кругу площадки, то где-то что-то делаем. На 6 и на 12. Если мы находимся... Ну, это все мы про левый хват говорим. Тоже оттягиваем на 6 и на 12. Повторили. Еще такой интересный финт. Я не знаю, может быть, попробуйте. Использование L2 и бросок с бэкхенда. Запоздала тут немножечко. Как-то такое интересно. Нашелся, придумалось. Разнообразно пробуйте. Тут же вратарь отбил. Поэтому тоже интересно. Так, давайте еще пройдем к шайбам. Это... Конечно же, пробуйте использовать и с правым хватом те же моменты. Мы пока показываем для левого. Тоже то же самый момент, только в другую сторону там. Поэтому забивайте и проверяйте. И такие же мы шайбы, которые, помните, мы в первом уроке, где катание, мы забивали гол до цука, между ног, эти мы уже повторяли. Поэтому все... определенные шайбы, которые нам необходимо забить, мы уже проверили. Давайте сейчас закрепим это все и будем повторять индивидуально.